На рабочей встрече главы Чувашии и министра культуры по делам национальности и архивного дела обсуждали кадровые вопросы и развитие инфраструктуры учреждений культуры. Олег Николаев отметил, сумма поддержки грантовых проектов увеличивается и поинтересовался, как проходит реализация региональных и федеральных программ. Мы прекрасно понимаем, что культура – это намного шире. Это и музеи, и определенная философия, и народные традиции. Тем более мы в этом году, третий год, готовим с вами День вышивки. Еще большее значение имеет, конечно же, инфраструктура. Инфраструктура, соответствующее кадровое обеспечение, наполнение содержанием этой инфраструктуры. Ровно об этом говорю. Нам выделено более 220 миллионов рублей, и 70 миллионов из них в этом году направлено на ремонт 14 учреждений культуры, и плюс 5 учреждений культуры новых клубов мы строим именно в сельской местности. По словам главы региона, кадровый вопрос в учреждениях культуры сельской местности требует грамотных и безотлагательных решений. Особое внимание уделено целевому профобучению как в Чувашии, так и за ее пределами. Пока этой помощью воспользовался только Чувашский драматический театр. Есть новые кадры и в театре оперы и балета.